Всем привет! И вы на канале Надя Старт. Сегодня я буду проходить вот такой вот Tower of Fun. Это переводится как башня веселья. Смотрите, сколько уже людей прошло. Блин, очень мало времени осталось, и я уже не успею просто пройти. Обидно. Кстати, я уже немного достаточно поиграла. И вот сейчас купила вот такую вот радужную галушку. Тут, кстати, прикольно, что можно эти эффекты покупать, именно не выбивать, как в Tower of Hell, а покупать. Это вообще очень прикольно. И мы уже начинаем новую башню. Фуф, вы издеваетесь. Я просто не очень люблю этот... Я не очень люблю этот уровень, потому что он... Да блин, а! Потому что он очень достаточно такой сложненький. Еще тут часто очень все мешают. Просто толпятся рядом с тобой. Щит. Извини, но у меня не хватает денег. Да, понимаю, что всем хочется щит. Вот тут, если купить щит, то это будет просто рай. Вы понимаете, тут все уровни, они с щитом. Ну, почти все. На почти всех уровнях нужен щит. Точнее, на большее их количество. И тут все... Ой, многие просят щит, а многие не просят, потому что многие думают... Короче, те, кто не просит, они думают, что тут невозможно купить щит. Я тоже раньше так думала, потому что с щитом эта башня будет просто сумасшедший легкий. Не люблю такие вот уровни. Они слишком легкие. И плюс еще... Ну, неудобные. Ну, и из-за этого очень неудобные они. Во-первых, они слишком легкие, как я говорила. Во-вторых, тут они слишком долгие. Они слишком такие, они слишком сихие. Боже мой, хуф. Ой, что? Я не люблю этот уровень, он хоть и супер легкий, но тут иногда спотыкаешься об светяшку, когда тебе особенно люди очень много мешают. Кстати, этот я, если что, в друзьях я принимаю только донатеров. Вы можете просто купить какую-нибудь кепку за 1 робокс, конечно, такое не бывает. Ну что, я просто хочу посмотреть из вас, чтобы вы были донаторами, именно донаторами. Кстати, тут все светяшки, кстати, щит купили, да? Тут все эти светяшки, они, ну, знаете, этот, вот, если купят щит, то вот, они все, они тут не бывают прозрачных светяшек, они все как блоки, можно сказать. Из-за этого тут очень легко на этом уровне. Проходим, проходим. У меня просто нету слов, чтобы вам что-нибудь рассказать. Ой, не очень люблю этот уровень, он очень долгий. Вы издеваетесь? Боже мой, башня такая легкая, когда щит покупают. А мне скоро на тренировку пора. Не могу никак отредактировать нормальное видео. И я уже 2-й раз снимаю, чтобы обратно отредактировать и выложить в YouTube. Ваш YouTube. Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Поддержите меня лайком и напишите интересный комментарий. И извините. Вот похожий уровень был серый. Он очень мешал просто. Ну, тут уже понятно, что у меня засчиталось. Вы издеваетесь. Да, издеваемся. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Tower of Fun, Tower of Fun. Кстати, в конце видео я вам этот покажу свой ник в Роблоксе. И, возможно, не знаю. И покажу несколько своих скинов, которые я сохранила. Их просто одену и покажу вам. Давайте-ка пройдем сейчас. 2 раза пройдем. И я думаю, на этом можно будет заканчивать. Кстати, как один раз, когда этот уровень был голубой, я его не смогла пройти.
когда он был желтый, розовым, вот таким вот и синим. Я его проходила просто с первого раза. Ну, возможно, со второго. Да. Спасибо, спасибо, что мне его дали. Я не понимаю, о чем идет хэтч. Хотя понимаю, что спасибо говорили на щит. Куда я прыгнула? Зачем я туда прыгнула? Мне нравится очень этот скин. А вы, пожалуйста, выберите, какой мне скин одеть. Я буду диктовать номера. Да вы издеваетесь? Я же убрала эту. Играю я пока что с телефона, потому что не умею играть на компьютере, во-первых. Во-вторых, у меня ничего там не скачано. В-третьих, мама не разрешает. В-четвертых, я больше не могу найти отмазок. Но я не могу пройти этот уровень. Одна девочка уже прошла. Посмотрите, какой у нее нубский скин. Я хочу, чтобы она поменяла скин, чтобы ей предлагали дружить. Ну, не на донатерский хотя бы, на какой-нибудь бесплатный. Ну, блин, 3 минуты только осталось, а я пройти один уровень не могу, который проходила всегда без щита. Боже мой, как немного еще осталось проходить. Серьезно, прошла только одна девочка. С щитом прошла только одна девочка. Вы не можете, что ли, пройти? Ну, я не могу. К сожалению. Стоп, где у меня это выйдет? А, я наконец-таки пришла этот уровень, мне осталось только прыгнуть. Только прыгнуть осталось. Пожалуйста, не обращайте внимания на эту вот кнопочку, потому что я еще... У меня нету камеры, чтобы играть. Один раз, когда этот уровень был зеленым, там такие вот светяшки вообще незаметные. А я прыгнула случайно на светяшку, тогда не было щита. Ну, я должна сейчас пройти этот уровень, потому что если я его сейчас не пройду, то мне его не засчитает. Кстати, я достаточно так стрелила сейчас. Так, надо аккуратненько пройти. Вот, я на сером. Боже, мы уже 3 прошли. Я 4-я. Поплыли туманы над рекой. Оп. Боже мой, как мне хочется. Оп. О, наконец-таки запрыгнула. Ну, я считаю, на такой замечательной ноте. Я на 4-м месте. Можно почти заканчивать видео уже. Я сейчас. Если что, вот мой ник, это Momolk999. Делайте скрины, и сейчас я покажу вам скины. Не скрины, а скины. Сейчас. Вот вам под номером 1, это вот такая вот девочка. Я сейчас вам покажу ее полностью, вот она. Дальше под номером 2, это вот такая вот... Это вот такая вот девочка. Я ее придумывала не на Хэллоуин, просто хотела сделать. Ну, в принципе, и чтобы знали, что я люблю примерно как Маха-убиваха одевается. Ну, это, конечно, совсем не похоже, но мне просто нравится этот скин. Дальше сейчас зайдем. Дальше давайте возьмем, ну, этот, вы уже поняли его. Ой. Как это сделала я? Вот. Вот такая вот девочка, ну вы ее выдали. Дальше посмотрим вот этот вот скин. Это вот такая девочка. В принципе, очень прикольная, мне нравится. Кстати, когда она ходит, у нее вот тут вот расстояние между ногами и телом. Она, в принципе, очень милая. Это, ну вот, сейчас покажу вам. Это под номером 1, под номером 2. Под номером 3 и под номером 4. Сами выбирайте, в каком мне скине ходить. Пока что я похожу, давайте в этом. Ну а пока, всех люблю, всем пока-пока.